Вот это душа. Вначале я получил эти фотографии. Так. Ой, красота какая, холмы и все. Потом мне возник вопрос, а чьи же это? Уже не скажешь, что дровишки, как я привык с презрением говорить. Да? Ага, думаю, все по железу, никто штаб нет, не делал, никто ветки не отрезал нижние. Ага, думаю, ладно, тогда я взял и еще одну. Красота. Ну, пусть штабик есть, но зато нету ран. Такое есть, такое есть. Я написал, хочу показать на вебинаре. Вопрос. Это чьи саженцы? Железного Сергея? Мне так хотелось, чтобы это были Сергея саженцы. Ответ. Данил. Да, Сергея. Я увидел в одном из вашего ролика, где вы с сожалением говорили, что сын вынужден шедевры продавать за 1000 рублей. А цена, не буду утверждать, выше в разы. Да, если настоящая цена. Но это как Запорожец и Мерседес. Не может быть одинаковая цена, правильно? Речь шла о тех саженцах, не проданных с прошлого года. И я понял, что это мой шанс. Смотрите, это я вот так же плакался, помните? На этот момент денег было немного. Зарплата не скоро, а тянуть уже было нельзя. Я уговорил друга, и мы с ним с прицепом рванули в Красный хутор. О, значит, где-то из наших мест. Абакан, Новосибирск. Да, может, Красноярск. Перед этим я разговаривал с Татьяной, супругой Сергея. Она посоветовала связаться с ним, так как не знал, что есть по нашей тематике. Двухлетние саженцы, 1000 рублей. Ему так хотелось. Вот. Успеть. Объяснила мне, что супруг занят до такого-то времени на почте, отправкой посылок. Сориентировал меня по времени, когда можно ему позвонить. И связавшись с ним, скоординировали наш с другом приезд. Я взял самое необходимое посредством на дружище на все деньги. Интересно, у дружище как прошло дело. И, по-моему, Сергей Яблоню подарок подогнал. Это глубокий жест в моем понимании. Правильно воспитанного человека. Спасибо, Валерий Касимович, за сына. Пожалуйста, для меня это бальзам. Вот. Тем более, что в этом году мы 2 раза меньше нарезали черенков. Карнавщики нужнее в стране, чем опытные садоводы. Сегодня съездил на дачу, сфотал зимний вариант, и ваше усмотрение справедливый суд. Суд мой справедливый. Здорово. Вот скажите, по 1000 рублей брал, да? Есть гарантия, что дойдет до плодоношения? Мне кажется, есть. Все по уму. Нас не искалечены. А ту дурю хватает еще накидать снегу, чтобы это сгнило. В общем, я доволен. И, по-моему, человек, который выложил 1, 2, 3, там, может, 4, 5, 6, точно не знаю сколько. Может быть, 10. 10 тысяч. Если тут 5, то 5 тысяч. Вот. А потом у него будет головная боль. Уже другого типа. Куда урожай девать? Так, все, я пропускаю кое-что. Так. Остановлюсь еще на черенках и на рекламе книги. И все. Хотя дальше еще у меня сотни этих фотографий, а то и 3. Значит, помощник Сергея. Я командовал, он обрезал ветки. Вот они. Обратите внимание на качество. Это не то, что я специально. Я ему сказал, вот видите, как он держит секатор? Чтобы под почку. Ровно под почку 45 градусов. Видите? Да? Вот. Это моя школа. Человек впервые взял секатор в руки. Вот. А теперь смотрите, сколько оставил огрызков. Каждый из них даст 2, 3, 4 почки пойдут рост. И еще это дерево несколько лет будет маточным. Вот. Вот я его сфотографировал. Так. Поняли. И точно так же я резал для вас. Теперь смотрите на этого крановщика, который это самое нашел свое призвание. Крановщик на советском алюминиум. Ой, смотрите, сколько отрезано. Еще раз. Сколько отрезано, видите? Заметьте, сейчас он возьмет и отрежет вот так верхнюю половину, подровняет и выкинет. А я всю жизнь получал
практически. Или мертвые, или гнилые, или вот столько вот от верхушек отрезали. Вот не привлечь, где карандаш? Где ручка? Ну, короче, вот столько. И прислали мне вот эти верхушки. А я потом, вместо вот таких слив, вот таких вот, которые должны быть, да, получал вместо одной такой полсотни вот таких. А ведь геном тот же, а почему так? Догадайтесь. Верхушка должна была умереть, и они умирали. Но перед этим они мне дали, вот давали вот такие сливки, вот такие вот, для того, чтобы продлить свой род. Поняли? И мне вот эти верхушки присылали. Догадайтесь, что идет на прививку вам. И почему получаются вот такие вот саженцы. А? Хорошо? Вот это и есть настоящее мастерство. Ну и наконец, так как время заканчивается, я много ценного пропускаю, очень интересного, очень ценного. Вот. Ну еще будет это. Самая таинственная вещь на свете. Видите? Жаль, что наука не брезгует этим. Ой, как жалко. Не зная этот невидимый мир и не понимая ничего. Сейчас и дальше. Вот. Хотел вам познакомить с канадскими, хотел познакомить с байкаловскими сортами. Все уходит на следующий раз. Мне не получается. Эти чудовищная ошибка. Валерий Константинович, говорите, говорите, показывайте, чтобы люди не совершали ошибок, самых роковых. И не трогали, не обрезали ни деревья, ни сад. Это чужовищная ошибка, которую рекламируют идиоты. Я сам даже заплатил. В следующий раз дочитаем. Здорово, да? Вот это вот, от ее пояса и до верха, это все за один сезон, еще не осень. Вот. Это все мы поговорим и со Светланой Терегиной, которая вдохновляла меня в свое время, лет 8 назад, на это открытие мировое, которое я сделал. Это мировое открытие, ненужное стране. Вот. Оно есть на сайте. Вот это вот. И как сказал один опытнейший ученый из Казанского университета, Олег Константинович, я вас уважаю, но это то, что вы нафантазировали, это, кстати, ледяные узоры. Вот. Это ледяные узоры с растениями совпали случайно. Это просто совпадение. Это значит, что шансов на признание, мирового признания, что существуют невидимые биополя, в которые встраивались молекулы, вот, и так родилась жизнь. А не вот глупым слепанием, что мы вышли из грязи. Это навсегда, я боюсь, помру, и никогда никто этого. Сейчас времена другие, сейчас уже садоводство не нужно, не то, что новое открытие. Ну как отказаться? Ну, только потому, что Нобелевские премии присвоят садоводу любителю металлургу. Только из-за этого замалчивать. Уже из-за этого надо Нобелевскую премию присваивать. Все-таки шаг-то какой вперед. И без этих мучений 50-летних. Так, потом, значит, это.